18-летний подросток разбился при падении с многоэтажки. Следователи возбудили уголовное дело. Трагедия вечером 29 августа. Дом номер 51 по улице Кирова имеет 16 этажей. Парень выпал с 15-го. Правоохранители подтвердили смерть подростка. Известно, что очевидцами происшествия стали как минимум две девушки. Они сидели на скамье возле подъезда. 17-летний парень упал рядом. Следственным управлением Следственного комитета России по факту смерти 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.